Привет, ребята, вы на канале опять Котики Лайк. Кстати, ребята, заметьте, у меня появился на столе вот такой вот на моем месте, где я леплю, появился вот такой дружочек, хомячок. Смотрите, очень прикольно, да? Конечно, немного глаза у него как-то получились. И смотрите, имбирный пряник. Чё, Новый год, 31-е. Это от Among Us. Да, кстати, Among Us. О, уже они еще ни минуты не пришло видоса. Ладно. А посмотрите, у меня кто завелся-то. Йети, да, он пришел ко мне. Он решил с какой-то игры, не помню, как называется, и решил прийти ко мне. Вместе мы отправили Новый год, но он останется на все видосики. Все. Ты на все видосики меня понял? Да, я понял. И не выпрашивай сильно лайков и подписок, и комментариев. Понял? Иначе на нас никто так не подпишется. Потому что это неудобно. Это неудобно так делать. Йети, понял? Давай, скажи так. Я не выпрашиваю сильно лайки, комментарии, и подписки. Просто всех с Новым годом наступающим. Кстати, да. Всех с наступающим Новым годом, кто меня сейчас смотрит. А главное, пишите комментарии все-таки. Ой, ты же сама сказала, не выпрашивать комментарии, а сама выпрашиваешь комментарии. Йети, я же выпрашиваю, могу выпросить. Я могу попросить одного, а не 300. Вот ты вот будешь скоро выпрашивать, наверное, 300 комментариев. Да, я тебя в руки возьму и покажу ребятам. Эй, ты что делаешь? Дай покажу хоть ребятам. Посмотрите, кто же дал такую лепку. Вот она. Все, поставь меня на место. Хорошо, хорошо. На, стой на месте. Ну, а мы начинаем лепку. Три фигурки. Начинаем мы с лепки снежной совы. Посмотрите, я уже заранее сделала клювик, и мы его прикрепляем. Посмотрите, не пингвин у нас будет, кстати, в этом ролике пингвин. Кто хочет, конечно. Йети, а ты там не молчи, давай что-нибудь расскажи. А я не знаю, что рассказать, это... Я тут ушел из игры, не помню, как она называется, но скоро вернусь. Йети, там, скорее всего, уже твою копию сделали. А, ну ладно. Ладно. У нас Йети, у меня Йети завелся в балавной. Снежный человек, если что. По-длинному это наверняка снежный человек. Так что я тебя буду называть просто Йети. Чтобы ты был хороший. Посмотрите. А мы уже долепили. Мы почти что долепили фигурку. Снежная сова это просто. Я вам так скажу. Но кто-то... Кому-то может быть сейчас и сложно. Но я надеюсь, что у вас все-таки в этом году... В следующем... О, прикольный, да? Прикольный же попрыгунчик. Я его сама сделаю, такой антистрессик еще. Посмотрите, он порвался у меня. Смотрите, это такой... Все, хватит цвета там различать. Мы, короче, сделаем наш... Ну, нашу совушку. Йети, и ты там не балуйся у нас. И не балуйся, Йети, понял? Иначе я тебя заменю на Бенди. Кстати, кто не знает такую игру Бенди и чернильная машина? Кстати, если я попробую, то сегодня и чернильная машина с Бенди будет. Нет, Бенди просто, потому что чернильную машину мне не слепить. Да-да-да. Ладно, все, мы начинаем лепку. Какой начинаем уже? Делаем. Все, я, короче, помолчу. Все-таки прикольно. Йети. Йети, ну так сильно не обижайся. Можешь тоже там... Если тебя успокаивает, попроси один комментарий.
Да нет, я просто так. Ну ладно, иди. Как хочешь. Я, наверное, скоро тебя менять буду на жителя. Нет, не надо. Все, иди, помолчи. Иначе снежным человеком будешь. Приделаю тебе еще и ноги длинные. Нет, не надо. Молчи. Видите, какой йети у меня вредный? Ну, он сам пришел. Я его, ну, конечно же, отлепка. Ладно, он сам ко мне пришел. Я не знаю, зачем. Посмотрите, он просто выпрыгнул с телефона. Все. Выпрыгнул с телефона, вот чудес. Посмотрите, мы почти залюбили ее. Какого цвета у нее клюв? Такого и будет у нас лапы. Ну, посмотрите, снежная сова уже почти что готова. Мне сейчас понадобятся инструментики. Посмотрите, у меня есть вот такой, чтобы делать шарики, большой и маленький. Скоро мне, кстати, когда я сделаю много уже фигурочек. Так, какой мне сейчас? А, ну ничего, с этим и обычные. Нет, каких ножниц? О, уже 6 минут идет. Представляете, как долго. Посмотрите, как же круто. Прилепляем на нашу сову. И другую лапку. Похоже как-то на пингвина. Ну ничего. Скоро закончится. Давайте не. И небольшой такой мультик. Мультик. Так, кадр. А я лечу. И лечу. Я все лечу. Извините, ребята, у меня получилась только одна фигурка. Так что, всем пока.